ждем самолет. Уже набегались за Эви, она уже устала очень сильно. А еще в самолете. Ну как набегались? Соня сказала, что ребенок на мне, и за ней бегаю я. Ну я все равно морально была с вами. А вы ничего не делали, просто ходили туда-сюда. Я была между вами. Та туда гоняю, так уже с ума сойти. Я не понимаю, что вы ходите в дом. Нет, нет, или на меня. А мы прилетели первым рейсом, нас встречают с телевидением, подарили конфетки, еще облили из пожарных машин самолет. Смотрите, красивый какой аэропорт. Боже, мы выжили. Эви заснула уже под конец. А до этого было просто жара. Смотрите, что здесь. Наверное, искусственно, но зачем она там? Да, это аэропорт, и мы вот увидели, что здесь такие плантации из искусственной зелени. Зачем они? Просто так красиво. Вон мама моя стоит. Ну все, мы выжили. Ну и прилетели в Даламан. И вот идем уже к нашим автобусам. Все очень цивильно. Вообще, здесь нет никаких там ваучеров, как в Египте, знаете. Просто мы прошли, получили печать в паспорт и пошли за чемоданами, и все. Вообще, прилетел только наш самолет, мы единственные. Это вообще так классно, когда в аэропорту высаживается только один самолет, и очередей практически нет. Наверное, вы просто никогда так не летали, потому что такой возможности никогда не было. И мы тоже так не летали. И вот возможность единственный наш самолет. Вон я вижу Annex Tour, вот красные у них галстуки или что это. Вон Annex. А что здесь? Билетик или что? Смотрите, красиво. Кстати, аэропорт красивый. Нам понравился. В Эви самообслуживание. Она очень любит макароны. И она уже немножко поела и шпинат, и картошку, пюре, и курочку, все на свете. А мы тут едим, вот у нас кошка, кстати, вообще. А мы тут едим и говядину, это уже остатки. И курочка вот в кляре, все вкусное. Кстати, это совсем... А ты так сильно не наклоняйся. Вот у мамы там рыба, лосось. Мы здесь не так, как в Египте. В Египте вот своя кухня, и она никогда не может быть сравниться с другой. Они не сильно умеют готовить по-другому просто. Какой бы ни был отель дорогой, в Египте все равно уровень еды одинаковый. А в Турции уже еда человеческая, как даже в Киеве в ресторане просто. Мы поужинали, вышли посмотреть на закат. Ира убежала. Эви осталась с бабушкой. Мы сейчас пойдем на детскую дискотеку, чтобы Эви развлечь. Смотрим на такой вот шикарный закат. Смотрите. А, конечно, камера его не передаст. Но вам еще покажу горы у нас там. Смотрите, какие красивые. Я люблю таким градиентом, когда горы прекрасно выглядят. Очень красиво, прям непередаваемо. Сейчас маму буду фоткать. Подойдите совсем близко и против меня. Не бойтесь. Еще ближе, еще. Не надо, а может испугаться. Не надо, не надо. Не бойтесь. А мне не получается. Что там вот так? Нет, а мне не получается. Да? А, потому что он высоко. Не могу, подожди, сама возьми. Давай, Эви, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, по центру становись. Давай, давай, давай.
Я тебя не трогаю, нет. Надо ее далеко, она тут хочет. Пушка, дать тебе мои тапочки. Она сейчас привыкнет и потом пойдет купаться чуть-чуть. Ей так нравится. Нарезать что-то. Вот так мы купаемся в детском бассейне. Эви еще немножко боится. Мы на море сходили. Сейчас она уже побежала в бассейн. Все. Ну вот, осторожно, держитесь. Держитесь, держитесь. Она еще глубины боится, потому что для нее это глубоко. По пояс. Мам, ты тоже помогай. Нет, держи ее. Ну подожди, подойди не к кругу, а к Эви. Мам, подойди к Эви, пожалуйста. Наконец-то у меня появилось время снять вам видео. Эви легла спать вместе с Ирой. И сейчас я пройду к зоопарку. И в это время расскажу, как мы вообще долетели. Что интересного здесь. И я видео сниму, потом порежу куска. Thank you.
Дай сюда. Давай, давай. Снимаю. Снимаю. Та-дам, 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 та-дам. О-о-о. Что, нормально, да? Открыли сегодня аквапарк. Мама прокаталась. Я не хочу, я не очень люблю горки. Но он открыт не весь день. Там просто человек работает. И детей мало очень. Поэтому он открыт в определенные часы. А, кстати, здесь написано, как он работает. А там всегда, наверное, открыт. Да, да. Я думала, что это только сейчас, а он всегда так, наверное, работает. В общем, я сейчас порассказываю, как мы доехали. Подожди, я. Ты просто иди за мной, мы сейчас в зоопарк пойдем. Хорошо, просто иди за мной. Мы, получается, из Киева выехали на такси в 7 часов утра, в 6 утра проснулись. Мы покушали, Эви не ела. И мы... Такси у нас было оплачено нашей тур-компанией. Доехали за час. За 3 часа мы были в аэропорту. В 11:40 у нас был отлет. Мы прошли быстро все регистрации. В принципе, там задержек особо никаких не было. Только мерили температуру несколько раз на входе. Где-то еще там, я уже не сильно помню, но это не занимало много времени. То есть, в принципе, процедура, какой была, так и осталась в аэропорту. Никакого там тщательного досмотра в ручной клади тоже не было. Было все легко, просто мы набрали кучу с собой воды. Никто у нас воду не забирал, как раньше, знаете, нельзя было воду брать с собой. У нас было очень много воды. У нас было взрослых несколько бутылок и для ребенка несколько маленьких бутылочек. Никто ничего не сказал, ни слова. Мы уже привыкли, что можно воду с собой провозить. Я не знаю, может, из-за того, что у нас ребенок рядом, или же просто уже нет такого правила, что нельзя воду везти. Потом мы дождались самолета. Конечно, с ребенком нашим очень тяжело, но это прям отдельное видео надо снимать, потому что все дети разные, и у кого-то дети... Ребенок будет более спокойный, и другим людям будет более легко. Поэтому я думаю, что здесь акцентировать внимание именно на этих всех трудностях не нужно. Но дорога была очень тяжелая физически для ребенка и уже потом для нас. Потому что она очень сильно уставала, не могла заснуть на руках. Она и так не очень любит спать. И от этого у нее были истерики. Вот, мы прилетели в аэропорт Даламан, и это был первый рейс после карантина, то есть нас встречали с телевидением, с пожарными машинами, которые обливали самолет водой. Вышли быстро, очень никаких проверок, только штамп паспорт, ничего вообще, ни температуры не меряли, ну просто все в масках ходят, как и в аэропорту Украины тоже. Далее мы немножко задержались в автобусе, потому что кто-то прилетел, но не пришел. И мы ждали очень долго этих людей, но они так и не пришли. Там есть время ожидания 1,5 часа с момента прилета, по-моему. И вот кого-то не дождались, и мы все же уехали в наш отель. И, слава богу, наш отель находился в 40 минутах езды от аэропорта, потому что Эви уже на обратной дороге. Ой, ну, на дороге к отелю. Она уже закатила перед выходом истерику, потому что уже была очень уставшая. И она хотела сесть сзади вот автобуса. Там было свободное место, а там были битые стекла. Ира их увидела и начала ей запрещать. А ей в этот момент, если что-то запрещать, она еще больше начинает истерить, кататься по полу. Но она никогда так не делала дома, потому что настолько она не уставала. А в этот раз она прям на пол ложилась головой, все под кресло, под сиденье. Хотела как-то отдохнуть, а не понимала, что делать. Она искала, что защиты у нас, ну как бы просто не знала, что делать. А мы тоже не могли ее уложить, потому что некуда было.
Вот, прилетели в отель, нам тоже измерили температуру и заселили. Заселили в хороший номер, лучше, чем мы покупали, потому что та часть отеля, которую мы покупали, она еще не открылась, потому что посетителей очень мало. Вообще, по закону сейчас должно быть не более 60% заселения отеля, но у нас нет даже и 20%. Вот прилетел, получается, рейс наш первый позавчера, и вчера еще один. На нашем рейсе в наш отель вышли 3 семьи, насколько я помню, 3 или 2, ну 3, не больше 3. И здесь было еще немножко местных, ну или каких-то других людей, не знаю откуда. Россия закрыта, все закрыты, только Украина вот прилетела. В автобусе, пока мы ехали, нас начали пугать, что обратный вылет возможен из Бодрума, а не из Даламана, а до Бодрума ехать на автобусе еще 5 часов. И мы начали своему туроператору звонить и говорить, что мы с ребенком не сможем это выдержать. Такую длительную поездку, сначала в Бодрум, потом еще перелет, потом еще такси домой. Все это очень долго будет и в автобусе. Ну, в общем, нам начали уверять, что мы будем лететь из Даламана. Если что, будем переносить свое время вылета, ну, то есть продлять отель. Но нам очень важно вылететь из Даламана. Потому что там очень тяжело. О, вот кроликов кормят. Я вам покажу, смотрите. Здесь есть зоопарк. Там кролики сидят хорошие. Тут одна порода, там другая порода. Вот там плохо, конечно, видно. Но я чуть-чуть покажу. Ну, там сидят, кушают. Кушают. Наверное, не видно их. Не видно. Тут попугаи разноцветные сидят. Голубой он красивый, такой серенькая голова у него. И сидит такой, как игрушечка. Мне нравится вот этот синенький. Ой, там птичка с ним прилетела. А тебе нравится этот синенький? Да, мне всем нравится. Ку-ку. И синенький, и серенький, и той. А тут их прям очень много. Это я вам еще не всех показываю. Там сидят. Возле кормушки. И наверху сидят. Красивые такие вот сидят. О, какой голубой красивый. Мне голубые нравятся. Они как будто не настоящие. Смотри, как их много. Ой, какой красивый сидит жопой. Смотри. Ты какие-то детки огромные. Понятно. Ну, что ты там побежал туда? Зеленый пошел драться. Вот, смотри, как он бегает. О, боже мой. Пришли мы до баранов. Вот они лежат. Лежат. Им... Что им еще делать? Интересно, они всегда лежат или еще иногда? Что, чем они занимаются? Стоит поесть. Иногда. Ну, может, бегают. Может, там развлекаются как-то. Ну что вы, бедные, господи, жалко. Он друг к другу притуляются. Им жарко, а они друг на друга ложатся. Вот. Что вы творите, ложи? Ой, баран. Одна коричневая. Все белые.
А там что-то стоит, не может улечься. Там постояла, там постояла. Идите к нам, мы вас погладим. Козы здесь еще. Ну так воняет у них. Что-то там им еду уже принесли. Они кушают. Ням-ням-ням. Они маленькие такие. Или это еще не вырос? Ой, у меня заряд.